Не будем об этом. Лев Михайлович, давай присядь. Я хочу познакомить тебя, между прочим. Короткевич Анна Адамовна. Знаю, знаю, не была, не знаю. Все... Тамара Федоровна Свердлова играет в этом спектакле мужскую роль. Юного смельчака-партизана. Поскольку исполнителя не нашлось, самодеятельные артисты роль переписали на женскую. С малых лет воспитывался я в детдоме. Потом была выпущена на производство Чкалов. Работал на швей-фабрике. Во время войны мы перешли на военный пошив, где шили гимнастерки, военные брюки и шинели, отправляли все на фронт. Мы с девчатами жили в общежитии, то собрались на базар пошли, и вот увидели на этом базаре, что продавали урюк. Я подошла и спросила, откуда это урюк? Он сказал, что со Средней Азии. Тамара Свердлова приехала в Ленинабад. Урюк цвел прямо за окном. Было тепло. Деньги быстро кончились. Пришлось продать тяжелые черные косы. Слез не было. Душа энергичной девушки требовала работы. Большой и сильной. Новые соседи посоветовали шелковый комбинат. Воспитанница детского дома, не любящая чужих советов, на этот раз уступила. Думала ненадолго. Потом прошло 30 лет. Пенсия, как гром среди ясного неба. Что дальше? Дети уже взрослые. Старые соседи советуют отдых. Заслуженный, спокойный. Но Тамара Федоровна все еще не любит чужие советы. За окном цветет урюк. Искандер! Тепло. Спокойно! Не важно, спокойно! Спокойно! Прозевали-то гладно! Вы не замечаете, я подстригла сегодня. Устала, жара такая, не могу. Ушел, ушел же! Ничего, ничего! Добран! Добран, молчи ты, ради бога, пусть яйца тебя обдушат, а! Слов мне нету, а! Ой, просто не можу я уже, не можу, сил у меня уже больше нету. Силы больше нету. Молодец, Валера! Играть в футбол, это значит не только играть в футбол. К примеру, ушел из команды полузащитник. Заменить другим? Но для команды Абрешим это значит поменяться сменами, отпроситься у жены, пристроить детей и многое-многое другое. Так и живет эта команда. Ее капитан Ерофеев, вот он слева, смеется. Это он привел тренера в самодеятельность. А это Владимир, вратарь, младший из двух взрослых сыновей Тамары Федоровны. Ему, пожалуй, тяжелее всех. За ошибки тренер спрашивает с него и на поле, и дома. Коля, где там Коля? Побыстрее нападень, побыстрее давай! Че там один быстро? Да. Тихо, тихо, спокойно. Отдай сразу пас! Ребята, попробуйте 11-метровый! По одному разу все! 11-метровый попробуйте! Остановка! Пошел! Удар! Удар! Все? Вот получается правильно. Разык, пойми правильно, бей ты поворотом почаще. Ну, в жизни у меня получилось. Вот, просто получилось, осталось я с детьми одна. Вот, для того, чтобы дети мои были неразбалованные, я включила их в футбольную секцию.
Старший играл в футбол, маленький подрастал, маленький подрос, потом тоже начал играть в футбол. Обои они играли. Я ходила их проверяла, конечно, как играют, что. И потом ребята как-то подошли к физруку, к барабану, и сказали, что, знаешь, Барабанов, давайте создадим футбольную секцию. Все, мол, играют, там и нет. Он говорит, подойдите, говорит, Тамара Федоровна, если она согласна, говорит, будет взять команду, пожалуйста. Ребята пришли ко мне домой. Ну, я согласилась, взяла эту команду. Начали играть. Конечно, туго было вперед, но все-таки продолжали играть. Первый год мы заняли второе место, а следующий год взяли первое место по области. И вы решили стать тренером? А потому что я в детстве сама играла в футбол. Где? Где воспитывалась? В детдоме. Доволено мне в разгуле жить, что в новой жизни ждет меня. Миссия кричал, знаешь Корзуна? Нет. Где документы? Не знаю. Один раз нас... Скоро премьера. Уже завтра. Он носил валенки. Единственный из немцев, он ходил в валенки. Встали. Встали. Растеряны. Легли. Фашисты. Я вам все сказал, господа. Я вам все сказал, господа. Я не та, кого вы ищете. Я не та, которую вы ищете. Я вижу. Думала, что это просто обман. Не может быть. Меня могли схватить в любую минуту. Но я не знала, что мне делать. Пакет был у меня запасный. Если вы будете плохо играть, я уйду от вас. Все, шабаш. Господи. Ребята, разобрали игроков. Внимательно, спокойно играйте. Гули, тут же. Все правильно. Хорош. Эх, ты черт возьми. Сейчас еще один. Есть! Еще парочку, ребята, давайте, шабаш! Вот я хожу на стадион, болею. Но бывает так, что я так кричу, что меня даже милиция предупреждает и просит со стадиона идти. И то поймите меня правильно, что я никогда с этого спорта не уйду. Из футбольной команды. Я буду вместе с ним все равно работать. Может быть, я замечание сделаю, или он замечание. Да и футболисты сами без меня не смогут. Все равно они будут со мной. Да этого надо зачем? Я же не артистка, а просто любитель. Ой. Я не буду. Надо успокоиться. Зачем это нужно? Надо. Зачем это нужно? Не, я как и могу. Я не артистка, во-первых. Все, мотор. Начнем. Все, вот такие вот.